Приветствую всех в рубрике «Я рекомендую тренинг». Я прохожу тренинг в Павлодаре. Тренинг этот мне подарил мой сын Ержан. Тренинг называется «Я в теме 2.0». Ведет его Муса Тулиген. Очень хороший, рекомендую, очень рекомендую. Во-первых, огромным плюсом является, что проводит сам практик. Практик, который делится информацией и дает вам направление, так, чтобы у вас было эффективное решение. Первый день мы прописали все свои моменты, такие боли наших клиентов. Какую боль ты решаешь своим бизнесом, своим делом, помогаешь решить в этом обществе? Кто твоя аудитория? И вчера мы разбирали бизнесы. И я всегда выхожу не сразу, я выхожу, когда уже аудитория, когда участники тренинга более так разогреты, уже, знаете, острый взгляд уже есть. И когда я вышла, я хочу сказать, что вот то, что мы вчера разбирали, как раз вот такое, если сказать так, вы знаете, что-то, много таких моментов вышли на поверхность, да. И то, ты вроде бы видел, да, ты это, ты замечал в своем бизнесе. И ты вроде движешься в этом бизнесе, но какие-то моменты, они постоянно как бы уходят под поверхность. А тут как будто бы на воде всплыло вот это как масло. Вот оно все четко, ясно видны были. И мы сделали записи, и вот здесь очень много я для себя написала. И удерживать это на поверхности, и удерживать это сейчас, и двигаться поэтому будет очень и очень хорошо. Мы продолжаем сейчас двигаться, и мы получили задание по офферу. Больше всего мне понравилось, что в этом тренинге принимают участие именно реально люди, которые делают бизнесы сейчас или делали его, и сейчас ищут новую нишу или меняют немножко направление, но это люди реально. Реально, а не так вот, как бы теоретически, как это иногда бывает, а реально делают бизнесы. И решают боль, помогают, именно в нашем обществе решают боль. И несут свой вклад. Вот этот икигай, который мы поймали, нашли его, да, и мы в этом двигаемся сейчас. Я думаю, что этот тренинг сделает нам еще такой очень хороший скачок. По крайней мере, на данный момент я хочу сказать, что обратите внимание, если вы где-то увидите тренинги Муса Тулиген, посмотрите внимательнее. Я думаю, что вам очень это пригодится.